1 сентября школа Армавира откроет свои двери для сотен первоклассников и будущих выпускников. В торжествах примут участие их родители, родственники и педагоги. Их безопасность будет под полным контролем сотрудников отдела Министерства внутренних дел. На охрану общественного порядка будет задействовано более 100 сотрудников полиции. Также 1 числа на площади во время проведения концерта будет задействоваться более 30 сотрудников полиции, сотрудники ДПС, ГИБДД, кинологическая служба. Убедительная просьба к жителям города не бросать бесхозный транспорт вокруг школ, так как он будет эвакуирован, приходить на данное мероприятие в трезвом виде, потому что мы будем пресекать нарушения охраны общественного порядка. Общеобразовательные учреждения возьмут под охрану вечером 31 августа. Все здания и учебные классы будут обследованы кинологами со служебными собаками. Большое внимание уделят безопасности на дорогах. Сотрудники ГИБДД призывают родителей напомнить ученикам правила поведения по пути в школу. Проанализировать безопасные маршруты от дома до образовательного учреждения и обратно. Водителям транспортных средств настоятельно рекомендую быть внимательным в зонах пешеходных переходов и общеобразовательных учреждений города. На территории Армавира проходит третий этап оперативно-профилактического мероприятия «Внимание, дети!». Главная цель – предупредить дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних, а также напомнить родителям правила перевозки детей перед началом учебного года. Инна Лепеткина, Игорь Щенников, служба информации, телеканал РНТВ «Армавир».